Почему могут быть такие косяки с отображением двери или окна в архикаде? Первое, самое частое. У нас вот здесь две стены. И дверь вставляется только в одну из них, естественно. Она не может быть и в одной, и в другой одновременно. Поэтому вот этот кусок стены, дверь вставляется нормально. Как только мы наводим ее на стык, тут появляется вот такой артефакт. И если мы дверь задвинем дальше в эту стену, она просто перескочит с этой стены в эту. Если у вас есть необходимость, чтобы дверь или окно были на стыке стен, хотя это довольно странно, тогда как? Можно в одной стене оставить дверь, как здесь есть, а в другую стену вставить пустой проем. Выбираю дверь или окно. Здесь из списка выбираю, не, не здесь, а вот здесь, пустой проем. И втыкаю во вторую стену. А потом его надвигаю, совмещая с той дверью в другой стене. И второй вариант, почему так может быть. Потому что у нас у стены статус реновации, вернее реконструкции один, а у окна или двери другой. Смотрите, выделяю стену, даже навожу на стену, и внизу вижу статус реконструкции, существующий. Навожу на дверь, выделяю, открываю свойства двери, и вот здесь в списке классификация и свойства смотрю статус реконструкции, новый, меняю его на существующий, как у стены, и все становится нормально.